여러분 반갑습니다. 저는 카잔연방대학교 한국학연구소 고영철 교수입니다. 매년 한국에는 행사가 카잔에서 4월 말에 계속 진행되고 있습니다. 올해는 특별히 한국과 러시아와 카타르스탄의 각 나라의 음악들이 같이 공존하는 서로 교류하는 계기를 만들었습니다. 여러분 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 스파시바 자푸니마니. С каждым годом любителей корейской культуры становится все больше. Особенной же популярностью пользуются корейские песни и танцы. В связи с чем 29 мая на Межлоука-3 состоялся конкурс корейской песни и танца, организованный Центром исследований Кореи при Казанском федеральном университете. Свое вступительное слово произнес доцент Института международных отношений, истории и востоковедения Мухамедзянов Рустем Равильевич. Ежегодный конкурс корейского языка, корейской культуры и песни. И также, конечно, хотел бы сказать большое-большое спасибо всем участникам и гостям нашего сегодняшнего конкурса. После приветственные слова также произнес профессор Хо Ён Чоль. В качестве жюри выступали представители таких корейских компаний, как KD Navion, Korea in Change Bank, Korea Foundation и другие. Затем были озвучены критерии для оценок выступлений, а именно артистичность, донесение смысла выступления до зрителя, конечно же, немаловажным является произношение, а также умение вести себя на сцене. А также в последнюю очередь 30% донесения смысла до публики и ее реакция, так что вы должны реагировать очень бодро. Среди участников были как представители классического корейского танца, так и современного. Классические представляли такие танцевальные коллективы, как всем полюбившийся Мирине, танец с платком, Чиндалле, танец с веером и Хануль, замечательным весенним танцем «Песнь утра». Сразу за ними сцену заняли популярные казанские кавер-дэнс-группы, такие как B3, Миньоны, Acid Family и другие. Что вы думаете по поводу этого фестиваля? Ну,
Ну, учитывая то, что сейчас из-за Халлю идет распространение корейской культуры, я думаю, то, что на этом фестивале присутствует как современная корейская поп-культура, так и традиционная, это может повлечь привлечение не только к поп-культуре, но и непосредственно к традиционной, учитывая то, что корейцы сейчас пытаются восстановить культурное наследие и привить любовь именно к традиционной корейской культуре. Что вы посоветуете нашим участникам? Не расстраиваться, если не победили. Всегда заниматься тем, что вам нравится. Помимо танцевальных выступлений, участники также продемонстрировали свои не менее удивительные вокальные данные. Помимо представителей корейской культуры, были также номера, исполненные на родном татарском языке, что, несомненно, является показателем столь близких международных отношений. Что посоветуете участникам, которые здесь сегодня находятся? Пожелания. Удачи. Аннё. Какие у тебя впечатления, как у организатора? Честно говоря, это не первый мой опыт как организатора. И не первый мой опыт как ведущего, но каждый волнительный и волнительный по-своему. И, честно говоря, я очень сильно надеюсь, что я оправдаю ожидания. Но я уже предвкушаю что-то веселое, что-то интересное, потому что и команда достаточно сильная. И также не только у нас будут выступать кей-поп кавер-команды, также будут и национальные песни, национальные танцы. Так что я очень жду этого мероприятия. За кого болеешь? У меня есть личная, как бы моя кавер-дэнс-команда, Acid Family. Я очень сильно за них болею. Но в целом я желаю удачи всем участникам. Будешь ли говорить на корейском? Немного. О, чао! Файтин! Камсамнида! Помимо подготовленных выступлений, участников ожидал неожиданный поворот событий, а именно импровизация. Однако и тут наши участники не растерялись. Финалом конкурса являлось награждение всех участников, проведение лотереи и закрытие фестиваля. Мы приносим благодарность всем участникам и зрителям и надеемся увидеться уже в следующем году с еще более яркими выступлениями. До скорых встреч!